Здравствуйте, мне прям везет, как выходной, так солнце, прям не верится. Вышло настроение, поднялось, на улице солнышко, да, ласка? На улице солнышко, да. Хочу сегодня показать, что я сегодня буду делать. Сегодня надо что-нибудь поделать, пока солнышко. Мои козочки гуляют, козлятки уже подросли. Зимой они никому не нужны, маленькие козлята, обычно... Все покупают весной козлят, поэтому думаю, что не будет у нас, наверное, зимовать. Еще вот, кстати, обращаю внимание, что вот у нас, да, когда дожди проходят, у нас, кстати, тут все лили дожди. И вот у коз, у них навоз тут, да, вода не уходит. И вот у меня песок, грунт песчаный. И вот, конечно, навоз для моего грунта просто идеален, потому что как влагоудерживающий элемент будет в моем песке. Поэтому мне навоз нужен. Люблю своих козочек за навоз и за молочко. Вот, загораются на солнышке тоже сегодня. А вот еще мама мне прислала с соседкой вместе такой вереск. Так что сегодня буду сажать его. Очень мне они нравятся, очень они красиво цветут. Поэтому буду сегодня сажать. Я еще вот подготовила клумбы для своих новых розочек, которые весной приедут. Хочу некоторые посадить в одиночке. И вот закрыла листиками. Пускай там червячки у меня ползают, кушают. Будет у меня червячков там побольше. Молодые гортензии тоже укрыла. Из леса принесла немножко хвои, замульчировала. И сверху вот этих листиков, это мне соседка со своего участка, у нее клены растут. Она не знает, куда эти листья деть. Я уже вот второй год у нее эти листья забираю себе. Потому что я люблю листики опавшие. Вот, это что-то обрезала мою гортензию. Не все еще обрезала. А также молодую вейгелку я тоже укрыла листиками, потому что она молоденькая. Посадила я ее даже уже в августе. Поэтому уже подготовила ее к зимовке. Пускай она укрытая стоит с листиками. Тут еще вот лапчатка моя. Вот у меня тут розочка моя. Цветет до сих пор, тоже сколько недели, ну, если считается с бутона, ну, недели 3-4, она вот все цветет, вот серединку показала, побелела, посветлела. Вот. Такая она. Тут мои тоже работы, копаем, земля не замерзшая, решила еще, что можно покопать. Да, это тоже у меня новая посадка, тоже ее укрыла листиками пока. Замульчировала, так как только осенью посадила, чтобы хорошо перезимовала, потому что что-то я уже сомневаюсь, что у нас снег будет. Погода непредсказуемая. Вот клематисы еще буду обрезать. Они стоят зелененькие. Еще недавно цвели у меня тут вовсю. Вот сегодня сухая погода, потому что во влажную погоду плохо обрезать, поэтому я тоже не обрезала. Сегодня вышел первый день солнышка. У нас все был влагозарядный полив. Природа мне устроила погода. Вот. И сегодня сухо. Вот уже клематис где-то подсох. Сегодня сухо. И сегодня обрежу все клематисы. И покажу, как я их укрываю. Вот. Вот. Детей попросила сделать ящик для рододендронов, чтобы укрыть, потому что рододендроны не столько мороза боятся, сколько солнца, да, весеннего, когда солнышко уже на листики попадает, и листики вроде как начинают влагу испарять, а корни еще в замерзшей земле ее восполнять не могут. Поэтому и получается, что рододендроны умирают. Я раньше их накрывала лутросилом, но думала ящиком сейчас укрыть. Но дети мне такой сколотили ящик, что я даже не знаю, сможем ли мы его сюда притащить. Но тоже вот листиками закрыла землю кленовыми. Хочу первый раз сделаю так, хочу попробовать, посмотреть, замульчировать.
Вот здесь у меня есть рододендроны, которые даже еще не цвели. Здесь у меня рододендрон. Он вообще собирался осенью цвести. Что-то перепутал. Ну, а так вот вроде заложил цветочки. Ну, а сегодня у меня сыворотка стоит. Делала сыр из козьего молока. Осталась сыворотка. Так что сегодня, наверное, попрыскаю землю, полью сывороткой рододендроном. Они любят кислую почву. Я летом и гортензии поливала. Гортензии поливала сывороткой. И вот рододендроны тоже полью сывороткой. Те, кто любит кислятину, кормлю сывороткой. Это и бактерии дополнительные, плюс кислота. Поэтому вот. Вот мои два ведра с сывороткой. Сейчас перелью это в лейку. Полью верески, которые я только что посадила. И полью заодно рододендроны. Вот этой сывороточкой. Как раз верески любят кислую тоже почву. Вот сейчас после посадки полью ей сразу. А вот, кстати, вот как цветет вереск у меня, да, вот уже завтра ноябрь, конец октября, вот, а он стоит, цветет, поэтому мне нравятся очень верески и гехерка. Хотела показать саженцы молодые, осенние, которые я посадила, вот я у них убрала листики у всех, все с ними хорошо, вот, которые я поднимала, ну вот тоже саженцы, все хорошо с ними. А вот и парковая роза Ханзаланд. Уже скинула всю листву. Уже вот конец октября, начало ноября. Она листики свои скинула. Листики вот у нее чистенькие. Все с ними нормально. Ну вот, и она их скидывает. Готовится к зимовке. Потом она уберет листики все. И все. Вот солнышко нас немножко порадовало. Я немножко что-то поделала сегодня. Надеюсь, что завтра тоже будет хорошая погода. И завтра тоже что-нибудь поделаю. Потому что работы, конечно, еще много. Я что-то все тут не торопилась. Шли дожди. И выходить и что-то делать было, ну, как бы не очень хорошо. Да и не полезно растениям в мокроту что-то делать. Поэтому особенно я не торопилась. Ну и морозов просто у нас еще не обещают, поэтому, соответственно, торопиться некуда. Такого октября у нас еще никогда не было, чтобы вообще практически заморозков не было. Ну вот, и буду прощаться. С вами была Ольга. До свидания.